Раз. Ірпінська біблійна церква, з Новим роком! Сьогодні 577 рік від створення, 5777 рік від створення першої людини Адама. Сьогодні єврейський народ святкує Новий рік. Ми не святкуємо Новий рік, але ми святкуємо, що ми разом можемо бути в храмі Божому, щоб поклонятися Йому. Євреї сьогодні особливо моляться, дякують Богу за рік, який вони прожили, каються, що вони багато не встигли зробити, що обіцяли Богу, і обіцяють в наступному році зробити те, що обіцяють. А ми давайте разом, перед тим, як ми будемо поклонятися нашому Господу, встанемо, помолимося. Сьогодні з нами гурт із Вишневого, давайте привітаємо їх, і вони сьогодні разом з нами будуть поклонятися Господу. Всевишній Царю, ми благословляємо Тебе, нашого Владику, нашого Царя. Ти наш Господь, Ти наш Спаситель, Ти зміст нашого життя. Ти той, хто створив нас, Ти той, хто спас нас. Ти той, хто живеш в нас, і ми щасливі завдяки Тобі. Завдяки Тобі лише, Господь Ісус, ми живемо, рухаємося, існуємо. І ми дякуємо Тобі, що в цей ранок, в цей день можемо бути разом, як Твоя церква, і можемо захоплюватись Тобою, можемо визнавати, що Ти єдиний Бог і немає Тобі рівних. І ми благословляємо Тебе і поклоняємося Тобі, дякуємо Тобі, що Ти серед нас і Ти в нас. Будь благословений, Всевишній. Амінь. Yeah.
Господь наша сила в этой жизни, и мы сегодня в Его церкви, Божий народ прославляем, Царя царей, Бога богов. Давайте воздадим славу для Бога нашими аплодисментами. А мы приветствуем вас, дорогая церковь, нам очень приятно сегодня послужить здесь, вместе с вами прославить Бога. И хочется сказать, пусть Божий мир, пусть любовь и благодать множатся на всех нас. Давайте повернемся друг к другу, поприветствуем, пожелаем Божьей любви, благодати и мира друг другу. А мы сейчас будем петь замечательный гимн. Замечательный гимн. Вы знаете, он родом откуда-то, мне кажется, со Штатов, с тех краев. Но его у нас на Украине уже знают как гимн из ИБЦ. Ирпенская библейская церковь, уже такая авторская песня есть. И мы хотим спеть ее вместе с вами, она нам особо нравится. И будем с особым наслаждением петь ее вместе. Скажи фараон, що відпустив народ. Коли в Єгипті був народ без прав і без свобод, щастий повід і скорбот, Ізраїля народ. Так сказав Бог, вставайно, вставайно, негайно, негайно, і звільни народ. Скажино, скажино фараону, фараон, щоб відпустив народ. Мойсей, і ти почав звільнити свій народ. І фараонові сказав, відпусти народ. А так сказав Бог, ставайно, ставайно, нехайно, нехайно, і звільни народ. Скажи нам, скажи нам, фараону, фараон, що відпусти народ. Відпусти народ. Господа мого, відпусти народ, як вівп'є первістка твого, відпусти народ. А так сказав Бог, ставайно, ставайно, негайно, негайно, і звільни народ. Скажи нам, скажи нам, фараон, фараон, що відпусти народ. Так сказав Бог, ставайно, ставайно, негайно, негайно, і звільни народ. Скажи нам, скажи нам, фараон, фараон, що відпустив народ, що відпустив народ, що відпустив народ. Вся слава нашому Богу! Братья и сестры, наш Бог, Он есть всесильный, Он есть всемогущий. Он постоянно заботится о нас. И Бог говорит такие простые, но глубокие слова. Радуйтесь. Всегда радуйтесь. И еще раз повторяю, всегда радуйтесь. Радость пред Господом – это есть укрепление для нас. Вы знаете, когда мы радуемся, мы укрепляемся в вере. Когда мы радуемся, мы возлагаем свою надежду на Бога. И когда мы радуемся, нет места страху. И порой, даже если мы остаемся одни, но Бог с нами, то знаем, что мы в большинстве.
И Бог призывает нас. Всегда радуйтесь. Давайте сейчас тоже с особой радостью пристанем пред Богом, будем возвеличивать Его имя, превозносить. И в этих замечательных словах этой песни скажем, что однажды мы сделали выбор, и Бог, назвав нас своими детьми, подарил нам эту радость. Я сделал выбор, назад не поверну. Я сделал выбор, знак Бога своего. Я знаю, победа придет по слову Его. Я сделал выбор, и я не отступлю. Я сделал выбор, назад не поверну. Я сделал выбор, знак Бога своего. Я знаю, победа придет по слову Его. Иисус, Он царь! Иисус, царь царей! Иисус, сильный Бог! Иисус, Ты лев и удин! Иисус, царь царей! Иисус, сильный Бог! Иисус, Ты лев и удин! Сделал выбор, я буду наступать, я сделал выбор, я буду воевать, я сделал выбор, меч в моих устах, Словом Божьим будет побежен, я сделал выбор, я буду наступать, я сделал выбор, я буду воевать, я сделал выбор. Меч в моих устах, Словом Божьим будет повержен враг. Иисус, Он царь! Иисус, царь царей! Иисус, сильный Бог! Иисус, Ты лев и удин! Иисус, царь царей! Иисус, сильный Бог! Иисус, Ты лев и удин! Скажем еще раз, что Иисус, Он царь! Иисус, царь царей! Пожалуйста, присаживайтесь, друзья. Наши детки, наши дорогие, самая радостная часть сегодняшнего дня. Давайте вы вперед пройдете. Смотрите, сколько мест. Есть 16 мест для наших детей. Вы мне нужны здесь. Что-то будет особенное для вас сегодня. И как сказал нам брат Виталий, сегодня праздник. И вот вы часть этого праздника. Проходим, проходим, молодцы, молодцы. Здорово. Вы уже выспались, даже кто-то умудрился позавтракать, да? Здорово. Скажите, что это такое у меня в руках? Он мне нужен для того, чтобы я вот так ходил и упирался на него? Нет, наверное, да? А! Тогда он нужен, чтобы я яблоки сбивал с дерева. Или птиц отгонял, которые что-то хотят сделать со мной. Нет. Зачем нужен зонтик? От дождя спрятаться.
Но взрослые пошли дальше, они еще от солнца под ним прячутся. Итак, зонтик мы отложим на несколько минут. Пусть он полежит, никуда не убегай. Я хочу с вами сегодня поговорить вот о чем. Кстати, я не познакомился, меня зовут дядя Витя. Я хочу поговорить с вами об одной маленькой девочке. У нас тут есть маленькие девочки? Вот они сидят, маленькие девочки. Поднимите руку, девочки. Да. Только девочки. Девочки — это по-другому, да. Ты мальчик. Это по-другому. Потом я скажу, чем отличаются они. Ага. Очень много деток, и о них описывает Библия. Очень много детей. Я бы очень хотел, чтобы мы чаще проповедовали о детях Библии. И вот сегодня мы поговорим об одной маленькой девочке. Она жила в Израиле еще до Рождества Иисуса Христа. Значит, до рождения Иисуса Христа. И так случилось, что соседнее государство, которое чуть-чуть севернее Израиля, называется Сирия, напало на них, воевало с ними и иногда побеждало. Сегодня нам пастор Сергей расскажет, как это происходило очень часто в те времена. И вот сирийская армия напала на один город и взяла в плен людей. И в плен попала, да, маленькая девочка. Ее забрали из дома, ее забрали от друзей, возможно, даже от родителей. И она попала в чужую страну. Попала в дом к военному начальнику. Ну, может быть, какой-то министр даже обороны сегодня. И она служила в этом доме, помогала его жене приносить, уносить, убирать, перестелять или что-то делать еще. Каждую ночь эта маленькая девочка плакала в подушку. Плакала. Где папа, где мама? Возможно, где братики и сестрички? Как хорошо было с моими друзьями на улице, когда я играла, бегала по зеленой травке, пасла своих овечек. Они такие милые и добрые. А теперь всего этого нету, я в плену. И не знаю, когда все это закончится. И вот в этом доме случилась беда. Этот военный начальник очень сильно-сильно заболел болезнью, которую не мог никто вылечить, кроме Бога. Эта болезнь, да, называлась проказой. Девочка узнала об этом. А ну, скажите по правде, как бы вы поступили, если бы узнали, что ваш враг, того, кого вы не любите, вдруг заболел, а он вам столько плохого сделал, столько нехорошего сделал? Ты бы помолился, герой, ты так делаешь всегда, молодец, приз получишь от меня. А кто как часто поступает, когда вам встали на ногу, и вы молитесь о нем? Казалось бы, девочка, твой звездный час, радуйся, ему плохо теперь, он заболел. Наконец-то вот получил то, что он должен был получить. Он же тебя в плен забрал. Но эта маленькая девочка, она любила Бога. Она помнила все заповеди, которым ее учили папа и мама и Божьи учителя. А заповеди: люби ближних твоих, благословляй ненавидящих тебя. Она не радовалась болезни военного начальника. Она очень скорбела. Давай пять. Ты очень правильно сказал. И она сказала жене, и начальнику тоже узнал об этом, что в Израиле есть человек, пророк, Божий человек Елисей. Он обязательно тебе поможет. Вы знаете, мне вот нравится, когда я
читаю эту историю в 4 книге царств, в 5 главе, она не говорит «может быть», а если будет Богу угодно, «иди, и Он тебе поможет». Она была, знала, что Бог это сделает. И этот военный начальник поверил маленькой девочке, служанке, которой, казалось бы, и верить-то нельзя. Она должна только плохое, наверное, делать, потому что она в плохом положении находится в его доме. Она слуга, она раб, которого захватили. Он поверил ей, потому что она очень убедительно говорила, и в глазах ее была правда. Он собирает слуг, собирает армию, берет подарки и едет к Елисею в Самарию. Это в Израиле. И что там происходит? Да, некоторые приключения там были, об этом позже. Он вылечился. Искупался в Иордане, как сказал Елисей, и он стал здоров. Да. И вот этот военный начальник стал верующим человеком. Он поверил в единого, живого Бога Всесвяту. И он очень радовался, что была такая маленькая девочка в его жизни, которая любила и чтила заповеди, и любила Бога, и сказала, что сделать. Дорогие мои, а вот мой зонтик, он не убежал никуда. Скажите, пожалуйста, если мы знаем Божьи правила, которых нам папа с мамой рассказали, рассказали учителя в воскресной школе, может быть, на Ване, может быть, на хорошем служении детском, в церкви, мы их знаем. Мы знаем, что воровать нельзя, но, а ведь никто не видит. Бумс. У-у. Что обманывать нельзя, а ведь никто не узнает. А ну-ка я чуть-чуть попробую. Божьи заповеди, они не будут защищать меня. И Бог не сможет защитить меня, потому что я не поступаю по Слову Божьему. Вот я вот так положу зонтик, а на улице идет дождь. Поможет он мне или нет? Нет. Ну, разве что вот мой носик вот. И то, ветер подует отсюда, и носик, из носика потечет не только вода. Бог не может мне помочь, если я не исполняю Его Слово. Я, может быть, знаю Слово, как делать, но не делаю. Бог не защитит меня. Но, как эта девочка, она любила Слово Бога и исполняла его по отношению к своему военному начальнику, хозяину. Так и мы знаем Слово Божье, где сказано: не обманывай, почитай папу и маму, люби ближних твоих, и тогда Господь будет благословлять и защищать нас. Скажите теперь мне, дождик опасен или нет? Нет. Не опасен. Я под зонтиком, мне хорошо. Я легко вдыхаю и выдыхаю. Мне прекрасно. Зонтик меня защищает. Зонтик – это Божья защита, потому что я исполняю Его Слово. И поэтому мне легко жить, потому что я под Его защитой. А кто бы хотел постоять под этим зонтиком, который может быть как защита для нас? Мы? Давай вперед за мной на сцену. Идем сюда потихонечку, только по ступенькам, это главное правило. Пропускаем младших. Так, смотри, вот ты подстоял под зонтиком, сейчас будут подходить другие, будут, а я вот сюда чуть-чуть отойду. Ага, подходим, там встаем, я к вам сейчас подойду с зонтиком. Вы уже стойте, вы постояли с зонтиком. Ты постояла под зонтиком? Ага, стойте там, стойте там. Все постоят под зонтиком, я вот так зонтиком буду проходить. Молодцы, молодцы. А давайте мы еще подвинемся сюда, вот сюда за зонтиком, сюда, 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 сюда. Опа, поднимите, поднимите. Поднимайся, 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 хорошо. Замерли теперь, да? Ага.
Супер. А теперь вы стойте здесь, я пойду туда с зонтиком, но вы не шевелитесь. Затаили дыхание, не дышите. Вот ты под зонтиком постоял, ты поднимайся. Ты тоже постояла. Мы сейчас будем петь песню, а взрослые вместе с нами будут тоже петь и участвовать в материальном служении, в приношении десятинах. Но есть несколько объявлений для наших деток, которые вышли под зонтиком постоять, под Божьей защитой. А объявления такие. Следующую субботу, это 8 числа, кто со мной? Ты со мной, да? 8 числа в субботу здесь, в церкви, будет праздник, детский праздник. Авана Гоу называется. Он начнется ровно в 10 утра. Подойдите к Даше Хижняк, она вас запишет, чтобы попасть на этот праздник. Хорошо? А тут есть авановцы. Авановцы, кто ходит на Авану? Вау! Для вас супер объявление. 15 октября, 8 будет праздник, а 15 октября открывается авановский сезон! Да, в 11 часов, 15 числа. А теперь мы будем петь песню, а что будут делать взрослые? Участвовать в материальном служении. А потом мы будем молиться. Каждое движение в тебе, ты дал силу, Иисус. Каждое дыхание в тебе, каждый шаг я делаю с тобой, ты лишь путь мой, Иисус. Каждое дыхание в тебе. Будем петь вместе, на-на-на. Каждое движение, к тебе, ты дал силу, соскальзывая дыхание тебе. Каждый шаг я делаю с тобой, ты лишь путь мой, соскальзывая дыхание тебе. Вижу, вижу лишь твое лицо. Ты лишь путь мой, Иисус, каждое дыхание в тебе. Вижу лишь твое лицо. Вижу лишь твое лицо. Полны милости и благодать. Тому твоей любви я, о мой Бог, хочу тебя. Yeah.
Мы сейчас будем молиться. Я вот так высоко подниму, потому что он широкий, он на всех захватывает. Все, кто на сцене, на всех попадает. Сейчас мы закроем глаза, закроем глазки, мы закрываем их для того, чтобы не отвлекаться. Сейчас мы поговорим с Богом, да? Все, молимся. Дорогой Небесный Господь, благодарим Тебя, что Слово Твое, оно живет в нашем сердце, что нам Его говорят в церкви, нам Его говорят родители, что мы Его изучаем. Благослови, Господь, чтобы Слово Твое всегда было защитой для нас, чтобы мы поступали по Писанию, о том, что мы читаем в Библии, чтобы нам хорошо жилось на улице, в школе, в песочнице и на дереве, в маршрутке, чтобы мы жили только по Писанию, и Твоя защита всегда будет над нами. Благодарим Тебя и просим, благослови сейчас занятия в воскресной школе. Благодарим Тебя за участие в материальном служении. Во имя Иисуса Христа молимся, и все скажем «Аминь». И теперь медленно спускаемся, идем в воскресную школу. Дітки помаленьку спускаються по сходам, йдуть в недільну школу, а тим часом на тут спереду десятки вільних місць з'являється. Тому дорослі, будь ласка, діти виходять, а ви заходите. Десятки місць в цьому ряді, в цьому ряді, в цьому ряді. Нас чекає цікаве служіння і краще для вас буде, якщо ви будете сидіти. Ви набагато більше зможете почути. Хто старожил Дієрепінської біблійної церкви, коли ще наша церква збиралася у світлиці, от там здання будовується, знаходиться, ви пам'ятаєте, що у нас були дитячі проповіді. І як приємно, що вони знову до нас повертаються, і брат Віктор дуже сміливо і прекрасно проповідує для дітей. Я думаю, що це не остання проповідь від брата Віктора для дітей. Дякую, брат. Так, діти вийшли, у нас вже тихенько стало в залі, і ми зараз будемо, напевно, молитися. І ми зараз помолимося всі разом за двох щасливих людей. Підніміть руки, хто тут щасливий? Ого, багато щасливих. Але сьогодні особливо щасливі, я думаю, це ви. Виходьте сюди, давайте привітаємо Дмитра і Ксенію. І ми зараз у них запитаємо, чому вони такі щасливі. Ксенія, що для тебе приносить в житті найбільше щастя і радість? З першої проповіді ти сказав, що правильна відповідь – це вічне життя. Правильно. Найбільший подарунок, який дарує нам Господь – це себе. І цей подарунок впливає на всю нашу вічність – бути з ним. Це дуже прекрасно, і ми всю вічність дякуємо Богу за це. Дмитро, а як ти гадаєш, другий подарунок по значимості від Бога? Перший – це він дарує нам себе – а друге, що він тобі дарує? Другу половинку. Правильно, Дмитро, дружину. Ти впевнений, що це твоя половинка? Так. Дуже добре. Пастор Станіслав, який з вами проходить курс підготовки до шлюбу, також впевнений, що ви створені один для одного. Тому ми разом зараз, як церква, будемо молитися про вас. Я знаю, що у вас скоро весілля. Коли воно буде? Декілька тижнів. Через декілька тижнів, ну там потім подумайте, чи точно не скажете нам дату, а якщо насправді? Тиждень і 5 днів. От, жінка знає краще майбутнє. Тиждень і 5 днів. Через тиждень і 5 днів це буде подружжя, і давайте ми разом встанемо і за них помолимося. Попросимо Божого благословення, щоб вони провели добрий час підготовці, а найголовніше, щоб потім їхня сім'я відбулася і славила Бога, і вони були щасливі в ньому. Всевишній царю, дякуємо тобі за Дмитра і Ксенію. Дякуємо тобі, що в їхніх серцях виникло бажання і любов один до одного, і вони хочуть створити сім'ю. І ось вони зараз готуються до цього. І ми, як церква твоя, просимо благословіння, Господь, на них. Благослови їхню підготовку, усі ці переживання, які зараз є. Забери їх, Господь, щоб все було вдало, щоб все, що вони планують, щоб воно відбулося. А найголовніше, Господь, ми просимо тебе, щоб ти побуджував цих молодих людей, щоб вони щодень прагнули до тебе, Господь, брали від тебе любов, тому що ти єдиний, який маєш це джерело любові, і щоб вони побільше брали цю любов в тебе і передавали один одному. Благослови, Господь, їх в цьому, благословляємо їх
ім'ям Твоїм, Господа Ісуса. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка, ще раз привітаємо. Готуйтесь, все пройде швидко, знаю свого досвіду. Я маю на увазі підготовка. Пройде швидко. А зараз оголошення, які чекають нас попереду події. Будь ласка, дістаємо свої блокноти, гаджети і фіксуємо, тому що дуже багато цікавих подій, і краще їх записати, щоб не пропустити. Отож, сьогодні вечором в 5 і в 7 годині вечора в нас буде вечеря Господня, де ми будемо разом згадувати ту велику ціну, яку Господь Ісус заплатив за кожний з нас, то ми плануємо час вечеря Господня сьогодні о 5 і о 7 годині вечора. В цю суботу, 8 жовтня, в 11:00 в світлиці усіх сестер, яким 60 років і більше, чекає цікаве спілкування. Тема цього спілкування – служіть один одному. Буде виставка робіт, тому, сестри, ви маєте знати, що ви творчі, і не соромтесь цього, приносьте свої картини, вишиванки, смачну випічку та інші твори. Відкривайте свої таланти. Вас чекають в цю суботу, 11:00. В світлиці, будь ласка, використовуйте цей добрий час для такого гарного спільного часу. А тим часом, коли сестри будуть збиратися в суботу, чоловіки наступний понеділок, 10 жовтня, о 19 годині в лідерській кімнаті на третьому поверсі збираються для того, щоб молитися. Отож, всі чоловіки, всі хлопці, 10 жовтня, 7 вечора, в лідерській кімнаті, ми збираємося, щоб молитися за наші сім'ї, за нашу країну, за наші особисті потреби. Тому запишіться, не забувайте і приходьте, будемо разом молитися. Тепер оголошення для сімей. 22 жовтня о 10 годині відбудеться унікальна мотиваційна зустріч для подружніх пар. Сімейний лайфхак. Лайфхак – це корисна порада, яка допомагає швидко вирішувати проблеми, тим самим заощаджуючи час. А сімейний лайфхак – це прості рішення для складних питань, що виникають щодня у вашій сім'ї. Спікерами зустрічі є провідні сімейні консультанти, наші пастори також. Тож запрошуємо сімейні пари провести незабутній час удвох. Більш детальніша інформація на дошці оголошень – також у Ніни Ханаві можна дізнатись. Тому реєструйтесь, там кількість місць обмежена. Якщо ви хочете зростати в сімейних стосунках, якщо, можливо, у вас є друзі, сім'ї, які, можливо, не церковні, і ви знаєте, що їм потрібно почути про це, щоб їхні сім'ї стали ще більш міцніші, запрошуйте їх, реєструйтесь і приходьте. І останнє оголошення. При виході на наших столиках можна буде взяти молитовний календар за місяць жовтень. Ми усією церквою маємо багато потреб. І коли ми єдині, молимося разом, ми відчуваємо, що ми належимо до чогось великого. Ми спільні, об'єднані в одному. Тому не забувайте молитися про молитовні потреби всієї церкви. Хто пам'ятає, минулої неділі ми збиралися в нашому основному залі, який ще поки що не добудований, але він скоро добудується. І ми мали особливий час, і давайте зараз підведемо підсумки цього часу, і для цього я запрошую пастора Дениса, і він нам щось добре скаже. Спасибо, Віталік. Привітаю вас, церковь. Прежде всего, хочу сказати слова благодарності кожному із вас, хто участвував, щедро участвував в нашому матеріальному зборі на будівництво церкви. А также хочу сказать слова благодарности нашему Богу, который действует в наших сердцах по-особенному. И Он действительно делает что-то особенное. И хочу вам цифры нашего сбора сообщить. Это самый большой наш сбор, который был когда-то в нашей церкви. Мы собрали 100 681 гривну, 6902 доллара, 3210 евро. Если все цифры эти сложить и перевести их в гривны, то эта сумма составляет 373 223 гривны. Вот такой сбор у нас был. Слава Богу, действительно, слава Богу. Но это еще не все. В конце прошлого собрания, в прошлое воскресенье, подошел еще человек, которого сердце Бог коснулся, и он принял решение пожертвовать одно помещение свое,
порядка 80 квадратных метров. Когда он услышал нашу нужду в том, что нам необходимо отремонтировать фасад наш церковный, он принял решение пожертвовать это помещение для того, чтобы проданные деньги, вырученные деньги за это помещение, мы целенаправленно пускаем именно на ремонт нашего фасада. То есть таким образом, как минимум, наша сумма нашего сбора увеличилась в два раза. Вот такая еще информация есть. И знаете, хочу также прочитать одно слово, одно место из Библии. И перед этим хочу сказать таких пару мыслей по поводу того, что мы не хотим останавливаться на этом пути. Мы с братьями размышляли на нашем комитете, и есть такое внутреннее желание, с одной стороны это страшно, но хочется сделать этот шаг веры и сделать все возможное для того, чтобы в следующем году перейти все-таки в наше то крыло, которое еще не достроено. У нас нет всех ресурсов для этой цели, и учитывая наш сбор, ну, мы как минимум на 6% уже приблизились к нашей цели, и это начало, это не маленькое начало, но оно еще очень маленькое. Но мы не хотим на этом останавливаться, мы хотим сделать такую инфографику, где будут высветлены все цифры, которые необходимы по статьям для ремонта нашего помещения, и там будут... Все, что нам необходимо, разбито по статьям. И если у вас будет желание, возможно, вы даже поймете, что какая-то из этих цифр выше, чем вы думаете, что ее можно сделать. Возможно, у вас есть контакты какие-то, либо вы сами можете поучаствовать. У вас будет возможность очень детально с этим ознакомиться и, возможно, принять участие в этих наших шагах по достраиванию того крыла. Сейчас я хотел бы прочитать одно место из Библии, которая записана во второе послание к Коринфянам в 9 главе, 6 стиха, 6, 7, 8 стих. «Причем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить нас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это такое слова ободрения, действовать дальше. Мне особенно нравятся эти слова, которые записаны в 8 стихе, что Бог силен обогатить нас всякую благодатью, чтобы мы всегда во всем, во всякое время, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Знаете, вот Бог создал нас по своему образу и подобию, а наш Бог, Бог щедрый. И Он мотивирует нас, чтобы мы поступали точно так же. И Он в то же время говорит, что если вы будете поступать щедро, у вас будет все необходимое для этого. То есть те люди, которые принимают решение в своем сердце действовать и жертвовать или служить больше, чем это обычно, или чем как жертвуют или служат окружающие люди, Бог говорит, что не бойся делать такие шаги веры, потому что у тебя будет для этого все необходимое. Чем более щедрыми мы становимся, тем больше у нас появляется возможности таким образом служить. И, возможно, кого-то смутили слова на прошлом служении, в прошлое воскресенье, о том, что я призывал всех нас жертвовать больше в финансовой сфере. Но я вам скажу один момент. Лично я не разделяю для себя такие понятия, как время, деньги, дары, которыми мы обладаем. Всякое богатство, которым нас Бог одаривает, всем этим мы можем служить Богу. Это все равно, что сказать, любите Бога в 5 раз сильнее. Или отдавайте Богу времени в служении в 5 раз больше. Единственная разница, что финансы мы можем посчитать, а другие вещи тяжелее посчитать. Но это одно и то же. Все, что есть у нас от Бога, это Божье. И лишь только отдавая Ему часть этого, мы мудро распоряжаемся тем, что Он нам дает. И такое вот еще одно место из Библии, в этом же отрывке, только 11 и 12 стих написано. «Так, чтобы вы всем богаты были и на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу». Вот такое служение, когда мы отдаем себя, когда мы служим Богу больше, оно производит, видите, как написано в Библии, «производит благодарение Богу».
и во многих обильное, то есть производит во многих обильное благодарение Богу. Когда мы слышим такие цифры, как Бог по-особенному касается нашего сердца, и мы начинаем больше служить, больше жертвовать, больше любить друг друга, это в наших сердцах вот производит желание благодарить Бога. Именно поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас встали и помолились, и прославили, и поблагодарили Бога за то, что Он делает в нашей жизни. Любящий Бог, я благодарен Тебе действительно за то, что Ты великий, Ты большой Бог, у которого нет никаких ограничений. Мы не можем даже представить, как Ты по-особенному нас уже готов благословить в будущем. Благодарю Тебя за то, что мы действительно созданы по образу Твоему. Благодарю Тебя за то, что Ты призываешь нас быть щедрыми, и Ты не оставляешь нас. Ты говоришь, что Ты позаботишься о всякой нашей нужде. Благодарю Тебя за то, что Ты действительно работаешь в наших сердцах, и благодарю Тебя за этот сбор, который был в прошлое воскресенье. Мы молим и просим мудрости в распоряжении теми средствами, которые Ты нам дал. Ты видишь, Господи, как мы хотим достроить наше здание, это место, в которое придут многие-многие люди. Благослови, пожалуйста, нас в этом пути. Мы хотим делать эти шаги веры, не имея достаточно ресурсов, но мы хотим идти вперед, и мы знаем, что Ты будешь с нами. Благослови, пожалуйста, нас в этом пути. Благодарим Тебя за то, что Ты действуешь в наших сердцах по-особенному. Благослови каждого, кто жертвует, кто служит всем тем, что Ты нам даешь. Благодарю Тебя за все, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Пожалуйста, сажаем сюда. Если я спрошу вспомнить какой-либо из псалмов, какие слова первые приходят к нам на память? Слышу, да. Вы знаете, я думаю, что у 60 так вот человек, присутствующих здесь, сразу же у меня тоже лично вспоминается псалом 22. Вот какой-то он самый близкий, не знаю, или нам, украинцам, или в других национальностях, но вот у нас он особенно близкий. И там есть такие слова, буквально 3 стиха прочитаю. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Вы знаете, здесь говорится о том, как Бог заботится о нас. Это очень приятные слова. И мы хотим спеть псалом вот на эти слова. И не совсем вот в такой манере нам традиционной. Вы знаете, этот псалом, он касается и нас здесь, и людей за границей, по всему земному шару. И вот такая песня, как бы этот псалом спели в Латинской Америке. Мы хотим вот так вот его сегодня спеть. Я не боюсь, я и долины смертной тени, если рядом я с тобой, я.
преклоню свои колени и Творца благословлю. Об одном тебя прошу я, ты прими мою хвалу, мою хвалу. Ни сомнения, если рядом ты, Бог мой, Бог мой. Не убоюсь я ни долины светлой тени, если рядом я с тобой, не одолею ни тревоги, ни сомнения. Слава нашему Богу! Я знаю, что у каждого из нас в Библии есть особое место, либо глава, либо стих, такие какие-то личные, какие-то, которые касаются именно вашего сердца. И порой вы можете даже рассказывать об этом какому-то своему либо другу, либо соседу. Вы рассказываете с таким вдохновением, что вас это место как касается, но порой не всегда касается так же самое других людей. Но есть такие золотые места, вот которые особенные. Я хочу прочитать вот свой личный псалом, который очень глубокий, который характеризует нашего Бога. Буквально там три стиха, это псалом 50, и там написаны следующие слова. «Открой мне уста, Владыка, и они тебя возвеличат. Жертва тебе не угодна, я дал бы ее, всесожжение ты не желаешь». Жертва тебе не угодная, всесожжение ты не желаешь. Как-то, вы знаете, так ли важно для Бога наши дела? И дальше говорится следующее. Жертва Богу, дух сокрушенный, сокрушенное и скорбящее сердце Божие ты не презришь. То есть буквально от сокрушенного и скорбящего сердца Бог не отворачивается. Так ли важно для Бога наше образование, наша работа или наши таланты и умения? Вот что действительно важно для Бога, так это сокрушенное сердце, смиряющееся сердце пред Богом. Вот что стоит знать о Боге действительно, так это то, что больше всего на свете Ему важно наше сердце. И если вот человек смотрит на внешность, на порой на какие-то моменты, достижения, там, машина, там, хорошая квартира, там, это человек успешный, Богу это все не важно. На самом деле это все не важно. Бог смотрит на сердце. И вы знаете, наши дела, здесь говорится о том, что наше служение, по сути, что мы служим, что мы делаем, какие-то наши заботы, это все не важно. Важно сердце. А от избытка сердца, есть такая пословица, от избытка сердца говорят уста, но скажу больше. От избытка сердца, вернее, стих из Библии, от избытка сердца мы делаем и дела. То есть если наши дела идут от избытка сердца, тогда Богу эта жертва угодна. И еще раз прочитать этот стих, у нас будет сейчас время поклонения, когда мы можем помолиться. Это личное время для молитвы, перед проповедью, когда мы можем помолиться, размягчить свое сердце для Слова Божьего. И еще раз прочитать этот псалом, и будем петь. «Открой мне уста, Владыка, и они тебя возвеличат. Жертва тебе не угодна, я дал бы ее, всесожжений ты не желаешь. Жертва Богу, дух сокрушенный». Сокрушенное и скорбящее сердце Божие ты не презришь. Давайте сейчас просто откроем свое сердце пред Богом, возвеличим Ему
Я хотел бы, чтобы это сейчас молитва, которая будет у нас, это поклонение, чтобы мы вспомнили о чем-то особенном, возможно, не одном, за что мы можем благодарить Бога. За то, что Бог дает в нашу жизнь, и за что мы можем сказать Ему спасибо. От всего сердца, не словами, а от всего сердца. И прошу, давайте поднимемся и будем поклоняться Богу. Заслуги и хвалу кладу я пред тобой, ведь подобного тебе не видел мир. Ты один достоин, ты один достоин. Близок ты ко всем, кто имя твое чтит. Вечно щедрый, вечно любящий, все тот же ты. И за то, что жизнь мою насытил ты, воздам тебе всю славу, воздам тебе всю славу. Ты достоин того, выше славы. Достоин Бог принять всю честь. Я живу для тебя, и всем, что есть внутри меня, поклоняюсь я. Близок ты ко всем. Близок ты ко всем, кто имя твое чтит. Вечно щедрый, вечно любящий, все тот же ты. И за то, что жизнь мою насытил ты, воздам тебе всю славу, воздам тебе всю славу. Сейчас вознесем свои молитвы к Богу. Есть время для личной молитвы, когда мы можем обратиться к Богу, будем молиться. Отец Небесный, Создатель всей Вселенной, Создатель всей Земли, Создатель всей природы, всего человечества, наш Отец, наш Папа, мы молимся к Тебе, Боже, мы обращаемся к Тебе, Господь, и обращаемся со словами благодарности, Господь, со словами благодарности за то, что Ты, Господь, печешься о нас, за то, что Ты благословляешь, Господь, за то, что Ты приготовил для нас самое лучшее, Господь, за то, что Ты дал обетование, что любящим Тебя, Господь, все содействует ко благу. Господь, пусть порой мы не всегда это можем понять, Господь, пусть и трудности затмевают наш взгляд на эту истину, Господь, но мы всегда надеемся на Тебя.
Иисус, мы возносим Тебе славу, Иисус, за то, что Ты благословляешь, Господь, нашу церковь, Господь, наши церкви, Господь, за то, что Ты, Господь, благословляешь, Господь, наши семьи, за то, что Ты благословляешь, Господь, такими благословениями, которые печали с собой не приносят, Иисус, слава Тебе за это. Господь, все наши награды, все наши венцы, Господь, которые есть в нашей жизни, все, чего мы достигаем, Господь, за все Тебе слава, Господь. И мы без малейшего, Господь, зазрения совести, Господь, возвращаем это все Тебе, Господь, в словах благодарности, Иисус, в своих служениях, Иисус, от всего сердца, Господь, мы говорим Тебе спасибо, Боже. Давайте сейчас дальше будем петь слова этой песни и будем благодарить Бога, будем величать Его, будем возвеличивать Его имя. Ты достоин, Бог. Ты достоин, Бог, Божьей славы. Ты достоин, Бог, я живу для Тебя, и все, что есть внутри меня, нашему Богу, мы можем присаживаться. Пастор Денис правий, нам пошвидше треба переходити в той зал, тому що діти на цій сцені не поміщаються. Ви помічили, скільки у нас багато дітей? В тому залі буде більша сцена, і більше дітей зможуть поміститися. Сьогодні ми розпочинаємо нову серію проповідей на книгу «Судді». Загальна назва цієї серії – «Слабкі люди, сильний Бог». І перед тим, як пастор Сергій Сологуб розпочне цю серію, ми разом подивимося один відеоролик. Я знаю, коли ми будемо дивитися цей ролик і слухати, половина з вас зауважить, що дуже знайомий голос озвучує. Я вам скажу наперед, хто це робить, щоб ви не думали, хто це, а дивилися в суть. Це наш брат Назар Грунтковський озвучував. І дуже дякуємо всім, хто долучився. Щоб зробити цей ролик, він дуже сильно допоможе нам ще глибше заглибитись в книгу «Судді». А зараз увага на екран. Книга «Суддів». Пам'ятаєте, після того, як Ісус Навин повів племена Ізраїля в обітовану землю, він закликав їх бути вірними їхньому завіту з Богом, виконуючи заповіді Тори. Таким чином вони покажуть іншим народам, яким є Бог. Книга «Суддів» починається з смерті Ісуса Навина і в основному розповідає про повний крах Ізраїля. Назва книги походить від типу лідерів в Ізраїлі на той час. До того, як з'явились царі, ізраїльськими племенами керували судді. Не подумайте про зал суду. Мова йде про місцевих, політичних, військових лідерів, подібно до вождів племень. І зверніть увагу, що в книзі суддів чимало жорстокості та насилля. Вона розповідає трагічну історію морального занепаду Ізраїля, поганих керівників та як народ став практично таким же, як ханаанеяни. Але ця сумна історія –
також породжує надію на майбутнє, і ви це можете побачити, дивлячись на структуру книги. Отже, книга має великий вступ, який описує етап падіння Ізраїля через те, що вони не вигнали решту ханаанеян. Потім основна частина книги оповідає про ріст беззаконня серед суддів Ізраїля. Прогресія показує, як ізраїльські лідери деградували від доволі хороших до нормальних, до поганих і до найгірших. Заключна частина книги дуже напружена та показує беззаконня жителів усього Ізраїля. Давайте зануримось в книгу, аби детальніше дослідити кожну з частин. Вступна частина починається з опису ізраїльських племен на їхніх територіях в обітованій землі. Не дивлячись на те, що Ісус Навин захопив ключові міста ханаанеян, все ще значна територія була під їхнім контролем. Тому перший розділ містить довгий список ханаанеянських племен, яких Ізраїлю не вдалося прогнати з землі. Пам'ятаймо, що причиною вигнання ханаанеян був намір припинити їхнє крайнє моральне розбещення та поклоніння богам через жертвоприношення дітей. Бог вибрав Ізраїль бути святим народом, але цього не сталося. Другий розділ описує, як Ізраїль поступово обжився серед ханаанеян, переймаючи їхню культуру та релігійну практику. Але на другому розділі історія зупиняється. І практично весь уривок автор дає нам огляд того, що відбуватиметься в основній частині книги. Цей період історії Ізраїля схожий на серію циклів, які рухаються вниз по спіралі. Ізраїльтяни стали подібними до ханаанеян і почали грішити проти Бога, тому Господь дозволив, аби ханаанеяни завоювали та гнобили їх. Зрештою, ізраїльтяни бачили свої помилки та каялись. Після чого Бог посилав визволителя, суддю над Ізраїлем, який перемагав ворогів та наступав мир. Але в результаті Ізраїль знову грішив, і все починалось спочатку. Цей цикл виявляє літературний задум книги та розвиток наступної її частини. Він повторюється з кожним із шести головних суддів, чиї історії тут описані. Історії про перших трьох суддів – Отнієла, Егуда та Девору – є одночасно героїчними та кривавими. Власноруч чи за допомогою інших судді перемагали ворогів та визволяли ізраїльтян. Історії трьох наступних суддів значно довші та зосереджують увагу на недоліках характеру суддів, котрі стають дедалі гіршими. Отож Гедеон, він добре почав. Боязкий чоловік нарешті починає вірити в те, що Бог може спасти Ізраїль через нього. Він перемагає величезну армію мідіанітян лише з 300 вояків, які мали при собі факели та глиняні горщики. Через свій паскудний характер Гедеон вбиває декілька побратимів за те, що ті не допомогли йому в битві. І з цього моменту все котиться донизу. Із здобутого в битві золота він робить ідола, якому після його смерті поклоняється весь Ізраїль, і цикл починається знову. Наступний суддя – Єфтах, схожий на кримінального авторитета, що живе в горах. І коли в Ізраїлі справи стали геть кепськими, старішини прийшли до нього з проханням про допомогу. Єфтах, будучи ефективним лідером, переміг багато битв проти амонітян, але був настільки далекий від Бога Ізраїля, що ставився до нього як до ханаанеянського божка, поклявшись принести в жертву свою дочку, якщо переможе битву. Ця трагічна історія показує, наскільки ізраїльтяни відпали від Бога. Вони більше не знають характеру свого Бога, що призвело до вбивств та лжепоклоніння. І останній суддя, Самсон, був, напевне, найгіршим. Подавав надії, але через занедбані відносини з Богом він став безладним, жорстоким та зарозумілим. Самсон брутально здобув стратегічні перемоги над филистимлянами, при цьому втративши честь. Його життя обірвалося у момент знищення багатьох ворогів. Зверніть увагу на тему, яка буде повторюватись. В ключовий момент кожного суддів Божий Дух наділяє силою, щоб ті були спроможні виконати важку місію. Те, що Бог використовує цих людей, зовсім не означає, що Він схвалює всі їхні вчинки. Бог віддано спасає своїх людей, але при цьому йому доводиться працювати з негідними лідерами. Вся ця частина книги показує, наскільки все погано. Ви більше не можете відрізнити ізраїльтянина від ханаанеянина. І це мова йде про лідерів.
В заключній частині показано падіння всього Ізраїля на саме дно. Тут дві трагічні історії, які точно не для людей зі слабкими нервами. Вони структуровані ключовою фразою, яка повторюється 4 рази. Того часу не було царя в Ізраїлі, кожен робив, що правдиве було в очах його. Перша історія про ізраїльтянина на ім'я Миха, який будує власний храм для ідола, що згодом розграбувала послана Дановим коліном приватна армія. Вони все крадуть, а потім йдуть і спалюють мирне місто Лаїш дотла, вбиваючи всіх його мешканців. Жахлива історія. Коли Ізраїль забуває Бога, той вершить правосуддя. Заключна історія книги ще гірша. Шокуюча розповідь про сексуальні наруги та насилля, що призвело до першої громадянської війни в Ізраїлі. Це викликає неабиякі занепокоєння, та в цьому й суть. Такі історії служать попередженням. Падіння та саморуйнування Ізраїля є результатом того, що вони відвернулись від Бога, який любить їх і врятував з єгипетського рабства. А тепер Ізраїль знову потребує звільнення від них самих. Єдиний проблиск надії в цій історії можна знайти в тексті, який повторюється в останній частині книги, та який практично і є останнім реченням книги. Того часу не було царя в Ізраїлі. Таким чином сформована основа для наступних книг, які розкажуть про походження роду царя Давида, книга Рут, і також про походження царського роду в Ізраїлі, перша-друга книги Самуїла. Трагічна історія книги Суддів важлива тому, що малює тверезу картину зіпсутої людської природи, зрештою чітко вказуючи на потребу в Божій благодаті. Потрібен такий цар, який визволить Божий народ. Ось така книга Суддів. Да, непростое вступление в серию у нас. Наверняка вы смотрели этот ролик вместе со мной и думали, о чем мы будем говорить все следующие недели. И цикл проповедей называется «Слабкие люди, сильный Бог». Сегодняшнюю проповедь я назвал «Верность Бога в историях измен». Мы будем сегодня делать с вами обзор книги Судей. Моя задача сделать его чуть более глубоким, чем это было показано здесь на ролике. Книга Судей, я верю, она полезна и актуальна для каждого из нас. Несмотря на то, что нас и автора этой книги, предположительно Самуила, который написал эту книгу, разделяют 1000 лет, но взлеты и падения, как они, так и мы переживаем с вами тоже. Разве не так? Когда мы думаем про нашу духовную жизнь, у нас есть монеты приподнятого настроения, когда нам хочется служить Богу, есть моменты, когда мы ввиду каких-то обстоятельств или грехов видим, что мы не хотим служить Богу, есть падение, разрушенные отношения, может быть, с кем-то из ближних. Взлеты и падения есть и в нашей жизни. Она актуальна не только для духовной жизни, я думаю, и для украинцев, учитывая экономическое состояние нашей страны, взлеты, падения курса доллара и так далее. Мы понимаем, что там есть в этой книге много уроков. И мы постараемся сегодня заглянуть в эту книгу и поучиться теми всеми мыслями, которые там Господь сокрыл в этой книге. Будем попробовать изучать ее вместе. Буквально такой краткий обзор. Книга Судей, 7-я по счету, находится в Библии после Пятикнижия Моисея, потом идет книга Иисуса Навина и книга Судей. В ней 21 глава. То, что в ней описано, охватывает период порядка 400 лет. Слово «судья», как вы увидели уже в ролике, означает не только того, кто принимает юридическое решение, человека, который сидит там в зале суда, выносит кому-то приговор. Судьи в то время действительно, они имели какую-то такую власть, и люди приходили, свои тяжбы решали у них. Но это слово в большей степени означает вождь или лидер. Она описывает определенный период в жизни Израиля. Моисей вывел народ израильский из рабства. Следующий полководец Иисус Навин стал завоевателем, тем, кто вел свой народ уже в земле обетованной. Они завоевывали вот это место, избавляясь от других народов. Чуть подробнее мы об этом узнаем здесь. Но время монархов, Моисея, Иисуса Навина, сменилось, и теперь на смену им пришли судьи. Их 12 в этой книге, или по некоторым подсчетам 13, в зависимости от того, как считать. Мы попробуем сегодня посмотреть в большей степени на каждого из них. И... Хорошо, следующий. Давайте прочитаем с вами вступление, которое делает сам Самуил. Как вы видели уже из ролика, она описывает довольно смутное время. И вот автор этой книги в первых главах, мы читаем сейчас из второй главы, делает вступление, а дальше книга состоит из нескольких эпизодов, о которых мы также поговорим с вами детальнее. Давайте окунемся сейчас в ту атмосферу, в то время, да, когда была написана эта книга, и события, которые она описывает.
Иисус, сын Навина, слуга Господа, умер в возрасте 110 лет. Духовный наставник, тот, через которого Господь делал чудеса, народ видел, что Дух Божий, как он на Моисея пребывал, пребывает на Иисусе Навине. Вот он умирает, отходит Господу в возрасте 110 лет. Когда все то поколение отошло к своим отцам и выросло другое поколение, которое не знало ни Господа, ни того, что Он совершил для Израиля, израильтяне стали творить зло в глазах Господа и служить Ваалам. Ваал или Баал – это божество хананьян. Хананьяне, которые поклонялись Ваалу, приносили ему в жертву своих детей. И израильский народ, находясь в окружении этих народов, оставил веру в живого Бога. Нету сильного лидера сейчас, и они начинают перенимать эту практику и поклоняться другим богам. Они оставили Господа. Автор продолжает повествование, что происходит. Бога своих отцов, который вывел их из Египта, последовали за богами народов, которые были вокруг них, и стали поклоняться им. Гнев Господа вспыхнул на Израиль, и Он отдал их в руки разбойников, которые стали грабить их. Бог не может смотреть на то, как израильский народ нарушает верность завету с Богом. Бог остается верен по отношению к ним. И для того, чтобы не оставить их в этом состоянии, Он позволяет этим народам, которые окружали их, захватывать Израиль. Потому что в стесненных обстоятельствах, как правило, как мы будем видеть в этой книге, евреи не обращаются к Богу, снова их сердце прилепляется к Богу, которого они оставили, которого они перестали любить. Всякий раз, когда Господь ставил над ними судью, Он сам был с ними и берег их от врагов, пока тот был жив. Господь жалел их, ставших под гнетом мучителей. Но когда судья умирал, они принимались за старое и поступали еще хуже, чем их отцы, следуя другим богам, служа и поклоняясь им. Они не хотели оставить свои злые дела и упрямство. Вот такой вот фон того, что происходило, и того, о чем автор дальше собирается рассказать уже более детально. И вот знаете, когда я думал вот про наше сегодняшнее служение утром, про тему, с которой мне предстоит с вами делиться, я подумал, что взять за точку отсчета? Под каким ракурсом мы бы могли сегодня вместе с вами в это утро посмотреть на книгу Судей? И там есть много различных уроков. Например, можно говорить об идолопоклонстве, есть множество идолов в нашей жизни. Идол, слово «идол» означает то, что уводит, то, что отводит нас от Бога. Идолы проявляются в разной форме. Идолом может быть работа, близкий человек, мобильный телефон и так далее. Актуальная тема. Израиль испытывал это снова и снова в книге Судей. Можно было бы это взять за точку отсчета. А может быть, роль наставника – это тоже хорошая тема для воскресного собрания. Потому что мы видим, что когда были сильные наставники, тогда и народ, он возвращался к Богу, следовал за Богом. Когда не было наставника, судья умирал, народ пускался во все тяжкие грехи, такие, как делали народы вокруг него. Может быть, эту тему выбрать за точку отсчета. Или тему испытаний. Ведь в этой книге Судей мы множество раз будем читать, что народ был испытан, ему тяжело было. И это актуальная тема, сейчас непростое время. Может быть, это попробовать взять за точку отсчета. Но я бы хотел вместе с вами сегодня посмотреть на нее немножко под другим ракурсом. Так как христианство – это не набор правил, просто этических, каких-то для нашей нормальной жизни. Христианство – это не просто собрание добрых людей, но христианство в своей сущности – это построение взаимоотношений с невидимым Богом, с живым Богом и развитие отношений с Господом. Это то, когда мы познаем нашего Бога. Написано в Новом Завете, что «сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть сущность христианства, почему мы называем себя христианами, это развитие живых взаимоотношений с Богом, когда мы познаем Его. Соломон так об этом сказал: «Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Обратите внимание на связь между познанием Бога и практическим Его руководством в нашей жизни. Если мое сердце направлено к Нему, я в это утро хочу Его узнать, глядя в книгу Судей. Я хотел бы действительно почерпнуть что-то, зная больше о Боге, в которого я верю, с которым у меня глубокие личные взаимоотношения. У Бога есть обещание для тех людей, кто стремится. Он говорит, я буду направлять тогда твои стези. Это познание, оно отразится также и в твоей жизни. Я бы хотел, чтобы мы себя озадачили сейчас, когда мы будем делать обзор этой книги. Ключевая мысль и уроки, которые мы будем брать, будет касаться Бога, Его природы и личности, чтобы мы могли через эту книгу познать Его немножко больше. Когда мы читаем с вами Библию, то есть тексты, которые лежат на поверхности, где мысли о Боге очень легко узнать, какой Бог. Например, в 1 Иоанна написано 4:8. «Бог есть любовь». Что этот текст говорит нам о Боге?
Очень простая мысль, что он является любовью, у него любящее отцовское сердце. И тут не нужно особенно размышлять, как-то и думать, это как ценная такая мысль, как жемчужина, которая лежит на поверхности. Когда мы только что читали с вами отрывок, который повествует автор книги Судей, написано, что Бог, он разгневался. Другой текст говорил о том, что Бог, он сожалел. Это мысли, которые мы видим на поверхности этого текста. Размышляя над ними, мы понимаем, какой Бог, он прямо открывается. Но вот что хотелось бы сделать вместе с вами в это утро. Хотелось бы, чтобы мы попробовали познать Бога через истории, которые описаны в книге Судей. Это потребует немножко больше, более тщательного исследования. Это потребует какой-то систематизации, анализа. Мы попробуем посмотреть с вами на 6 основных историй. Попробуем через эти все истории узнать, какой Бог. Но для этого требуется определенный, как я говорил, анализ и размышление. Сразу же скажу, и думаю, вы согласитесь, что тема размышления, она не очень популярна в наше время. Мы живем во время полуфабрикатов. И эта культура, она влияет на меня, влияет, я верю, на вас тоже. И хотелось бы, когда мы приходим в церковь, чтобы проповедник, он взял и все разжевал, все по полочкам разложил, чтобы я только проглотил. А тут предлагается какое-то исследование, предлагается какое-то наблюдение. Но вы знаете, что Библия очень много, Господь в Писании призывает нас размышлять о нем. И люди, которые учатся размышлять, и это то, что мне хочется в это утро вместе с вами сделать. У меня сверхзадача, кроме обзора книги, которую мы будем смотреть с вами в Судьи, мне хотелось бы дать вам практически еще инструмент, который вы можете читать и следующие книги, книги Царств, разные книги повествовательные, чтобы вы могли, научившись где-то, освоив этот навык, познавать Бога через истории, видеть то, как Он действует на протяжении истории. Итак, давайте посмотрим наш с вами первый эпизод. Как вы поняли из ролика, книга Судей, она состоит из таких повторяющихся моментов. Это словно сериал, в котором каждая серия построена по определенной структуре. И вот наша первая серия, мы знакомимся с первым судьей. Давайте прочитаем вместе. «Израильтяне», это 3 глава, 7 стиха, будем читать по 11. Откройте это в своих Библиях, для удобства это есть также на экране. «Израильтяне совершили зло в глазах Господа. Они забыли Господа своего Бога и служили Ваалам и Ашерам». Ашер – это богиня, которой поклонялись хананьяне, она была женой бога Баала. То есть они приносили в жертву, ну, различный культ такой был, Ваала и Ашера. «Гнев Господа вспыхнул на Израиль, и он отдал их в руки Кушан-Ришатаима, царя Арам-Нахараима, это месопотамский царь, и служили ему израильтяне 8 лет». Но когда они воззвали Господу, Он дал им избавителя, Гафаниила, сына Кеназа, младшего брата Халева. А Халев был известным человеком в то время, который спас их. Дух Господа сошел на него, он стал судьей Израиля и отправился воевать. Господь отдал Кушан-Ришатаима, царя Арама, в руки Гафаниила, который одержал над ним победу. И земля покоилась в мире 40 лет, пока Гафаниил, сын Кеназа, не умер. Вот такое содержание первого эпизода, первой серии. Когда мы читали с вами, вы наверняка заметили то же, что я заметил тоже вместе с вами, что здесь есть определенные мысли, которые, если бы было бы у нас больше времени, и мы попробовали бы взять сюда доску, а вы бы в своих тетрадках это расчертили, если бы это было не проповедь, а семинар, и мы бы вместе с вами делали это исследование, то есть определенная как бы такая логическая цепочка. Автор описывает истории и группирует эти мысли. Вот такие 5 есть колоночек. Давайте прочитаем сейчас снова первый стих. Мне важно от вас услышать, как бы вы назвали первую колоночку, о том, что происходит вот в этой истории, да? «Израильтяне совершили зло в глазах Господа, они забыли Господа, своего Бога, и служили Ваалам и Ашерам». Как бы вы назвали то, что происходит вот в этой первой колоночке? Как мы ее назовем с вами? Народ ослаб, еще? Отречение Израиля, еще? Отступление, еще? Служение идолам, да, это все синонимы, я назвал ее отступление. Да, мы видим с вами о том, что народ израильский оставляет Бога, начинает служить другим богам. Читаем вторая часть, вторая колоночка, читаем текст, 8 стих 3 главы. «Гнев Господа вспыхнул на Израиль, он отдал их в руки Кушан-Ришатаима, царя Арам-Нахараима, и служили ему израильтяне 8 лет». Как мы можем с вами этот столбец нашей таблицы озаглавить? Наказание, праведный гнев, да. Можно еще угнетение. Это все синонимы. Ну, как бы, да, я думаю, мы все на одной страничке с вами. Угнетение, наказание, праведный гнев, испытание, которое было послано на них. Следующее. Но когда они воззвали к Господу, какое название просится для этой колоночки?
Еще раз? Покаяние. Покаяние, хорошо, еще варианты. Покаяние подходит, обращение, молитва, да, то есть это все, да, то, что мы читаем здесь. Покаяние, обращение, молитва. Они взывают Господу, Он дал им Избавителя, Гафанила, сына Кеназа, младшего брата Халева, который спас их. Как мы можем озаглавить с вами эту колоночку? Избавление, да, хорошее слово. Еще просто несколько вариантов. Что происходит здесь, в этом отрывочке? Бог являет свою милость. Помните, мы читали, когда вступление, которое делает автор книги, он говорит, что Бог с жалостью, он видел это все состояние, он по своему состраданию посылал судей. Можно назвать это слово милость или избавление. И последнее, чем заканчивается наш отрывок, наша серия. Дух Господа сошел на него, он стал судьей Израиля, и Господь отдал Кушан-Ришатаима царя Арама в руки Гафанила, земля покоилась в мире 40 лет. Как мы можем с вами назвать эту последнюю колоночку? Спасение, хорошо? Еще варианты? Перемен? А, перемирие. Перемирие или мир? Свобода. Да, это все синонимы. Спасение, избавление, свобода. И вот эти колоночки на самом деле представляют собой не просто линейное изложение событий, а есть определенный цикл, потому что следующая серия начинается снова с того, что Израиль отступил от Господа. И потом следующая, и потом следующая, и потом снова, и потом снова. Вот если мы читаем книгу Судей, мы видим этот определенный цикл. Все начинается с отступления. После этого Бог отдает свой народ в руки тех окружавших их народов. И они в этом стеснении обращаются к Богу. Они вспоминают, кого они оставили, вспоминают свой верный завет. Они начинают молиться, они начинают каяться, просить у Бога прощения. Бог являет свою милость, посылает судью. Мы посмотрим, кто были эти люди, откуда они, кого использовал Бог для того, чтобы показать свою милость к народу. После этого приходит время свободы. И вот там вот наверху, вы знаете, есть такая определенная плата. Плата – это такая ровная поверхность. В случае с Гафанилом, с первым судьем, сколько длился мир? Мы читали только. 40 лет. То есть 40 лет народ находится в мире. Вот такая вот сравнительная табличка. Здесь несколько судей перечислены. И мы можем увидеть с вами тоже определенную динамику. То есть в случае с первым судьей угнетение длилось 8 лет, а свобода 40 лет. То есть больше мира, да, чем угнетение. Когда мы посмотрим с вами на уже последнего судью, мы видим, что картинка наоборот меняется. Самсон угнетение 40 лет и свободы 20 лет. И вообще вот эта динамика в книге, она присутствует. Как вы уже и в ролике вы видели тоже, что вначале Израиль выглядит очень единым и таким и сплоченным. То есть первая глава как начинается? Иуда говорит, Господь говорит, что Иуда пойдет воевать. И Иуда говорит, кто пойдет со мной? Симеон говорит, колено Симеона, мы пойдем. Идем вместе. Они вместе идут, делят добычу, захватывают города. То есть Израиль выглядит, ну, как народ, который дополняет друг друга. Потом по мере чтения книги мы видим, как проникает разобщенность. Несколько раз колено Ефремова восстает против своих же, говорит, а чего вы нас на войну не позвали? То есть их гордость, и они начинают друг с другом воевать. И заканчивается книга вообще гражданской войной. 11 колен истребляет одно из колен, колено Вениаминова. Десятки тысяч людей они своих же истребляют. То есть и анархия как бы на момент конца книги. Почему такой был замысел этой книги, мы также с вами чуть позже узнаем. И вот эти вот серии, о которых мы говорим с вами, они повторяются. 6 раз, вот когда мы будем сейчас эту табличку заполнять с вами, дальше для других судей, мы видим, что 6 раз автор доносит как бы очень сходный сценарий, за исключением одного случая. О нем мы тоже поговорим. Он не полностью описан, есть судья, который как бы был участником этого случая, и мы посмотрим с вами. Таким образом, 7 раз как бы повторяется практически одна и та же картинка в книге судей. Это первый судья, Гафанил, о нем мы с вами говорили. Давайте прочитаем про другого судью, что происходит дальше в нашей книге. «Вновь совершили зло в глазах Господа». Помните, цикл начинается снова, начинается он, как правило, с одного и того же высказывания. «И Бог отдает их Еглону, царя Моава, который порабощал их 18 лет». Они вновь взывают Господу, и Бог посылает как избавителя им Аода. Что об Аоде известно? Аод был левшой. И Бог решает в тот момент избавить свой народ от этого притеснения моавского царя через левшу. Левшой были, кстати, еще Юлий Цезарь, Пикассо, да Винчи, Эйнштейн, Бах, Бетховен, Александр Македонский. То есть были такие люди великие в истории. И вот в данном случае Бог использует Аода. Написано почему-то о нем такой факт, что он был левшой, и он избавляет его. И заканчивается эта история. Моав стал служить Израилю, и приходит 80 лет мира.
такое длинное время спокойствия, да, процветания для Израиля, развития сельского хозяйства и так далее. Следующий судья. Помните, я говорил с вами, что цикл повторяется 6 плюс 1. 6 раз одинаково, но один особенный случай. И этот случай касается судьи по имени Самигар. Не написано ничего, что было очень тяжело Израилю. Не написано, что народ израильский молился, им было тягостно. Просто написано, что Бог послал судью, которого звали Самигар, и чем он отличился? Он сразил 600 филистимлян воловьим рожном. Воловий рожон – это такая палка 2,5-3 метра длиной, 15 сантиметров в диаметре, с таким медным наконечником, погоняли волов этой палкой. И он взял эту палку, и когда была, видимо, какая-то битва, или они нападали, возможно, на них, он побил 600 филистимлян, врагов, которые вот ополчились против Израиля. И написано, он также спас Израиля. Вот такой вот судья Самигар. Продолжаем с вами составлять нашу табличку. Наша цель, вы помните, мы хотим сегодня, в это утро, через анализ нескольких историй. Наша задача – это конечная строка. Когда мы просмотрим с вами все истории, мне хотелось бы потом пройтись с вами по столбцам и увидеть какие-то закономерности. Как Бог открывается во всех этих историях. Следующий судья – Девора и Варак. Их было двое. На самом деле Девора была пророчицей. То есть это не муж и жена, а Варак был полководцем. И Бог решает избавить израильский народ от Иовина, царя Хананья, который притеснял 20 лет Израиль, через этих двух людей. Израильтяне снова стали творить зло в глазах Господа, мы читаем. Потом этот Иовин порабощал их 20 лет. Они воззвали Господу о помощи, и Бог высылает на этот раз не одного судью, а пророчицу и полководца, и они уже отвоевали. Чем заканчивается эта история? Израиль окреп и уничтожил его, то есть Иовина, царя Ханаана. И наступает 40 лет мира. Опять плата, народ живет, да, развивается. Наступает следующий цикл. Написано, вновь стали творить зло в глазах Господа. Это 6 глава, 1 стих. И он на 7 лет отдал их в руки мадианитян. Мадианитяне, их особенность была в том, что они очень хитро поступали с Израилем. Вместо того, чтобы грабить их в любое время, они выжидали время, когда наступало время жатвы. И как только Израиль все пожнет, наберет полностью все свои житницы, соберет весь урожай, картошечку в погреб попустит, пшеницу, все поскладывает, приходили мадианитяне на все готовое и забирали у Израиля. И это очень, вы понимаете, томило Божий народ, и они воззвали к Господу. И он послал им не судью, как обычно, а пророка. На этот раз приходит пророк и обличает их в том, что они начали поклоняться другим богам. Он обличает им, и после этого Бог делает что-то необычное. Он является в семье, является Маной, его жене, и говорит о том, что родится ребенок. И дальше мы знаем с вами, читаем историю. Маной, это чуть позже про Самсона. Бог призывает здесь ангелом, призывает Гедеона. Извините, забежал наперед, перепутал. Наступает время свободы. Когда мы читаем с вами историю с Гедеоном, 300 воинов, которые локали «Я спасу вас». Это цитата из отрывка. У нас будет по каждому судье проповедь, когда мы более детально рассмотрим каждую историю. И Бог делает большое чудо через Гедеона. 135-тысячная армия терпит поражение от 300 людей, предводителем которым был робкий Гедеон. Бог освобождает свой народ, они побеждают эту армию, и находится потом Израиль в 40-летнем периоде мира. Но Гедеон еще отличился по-особенному. Как судья, он не только и должен был вести народ в поклонение Богу, но что он сделал потом, и мы читаем с вами как бы завершение его истории, он попросил у народа золотые серьги, попросил у народа разные каштовности, да, драгоценности, и из них сделал себе такой нагрудник. На видеоролике вы видели, там нарисовали они тельца, но здесь такой был нагрудник, который был у священников. Мы не знаем причину, по которой он ее сделал, но написано, что израильтяне потом начали поклоняться этому нагруднику, они сделали из него культ поклонения, и таким образом то, что может быть для добра должно было быть, то что судья, он был послан на избавление, оно послужило во зло Израилю. И заканчивается история Гедеона такими словами. Как только Гедеон умер, израильтяне опять начали распутничать, поклоняясь Ваалам. Опять цикл как бы выходит на новую окружность. Дальше идет описание троих судей. О них не написано очень много, как о предыдущих судьях. Просто буквально некоторая информация. Один из них Авимелех, потом Фола и Иаир. Авимелех, он был сыном Гедеона. Гедеон не передал ему божественные, да, можно так сказать, правильные ценности в то время. И Авимелех начинает войну против своих же братьев, убивает 69 своих родных братьев.
И по сути в его время начинается гражданская война. Следующий судья, который приходит, Фола, о нем сказано, что он просто правил 23 года. И все, никакой информации, с кем он воевал, что было. Возможно, эти были просто 23 года мира. Ничего мы не знаем о нем больше. Следующий судья Иаир. Сказано о нем, что у него было 30 сыновей, которые ездили на 30 молодых ослах и жили в 30 городах. То есть все, чем он вошел в историю, это его 30 сыновей и его автопарк из 30 молодых ослов. То есть время было мирное. То есть во время войны судьи как бы репутацию завоевывали войной, а здесь человек просто развивал, видимо, влияние своей семьи. Дальше следующая история. Человек-судья по имени Иефай. Израильтяне вновь стали творить зло в глазах Господа. Обратите внимание сейчас на первую колоночку. Они служили Ваалам, Астартам, богам Арама, богам Сидона, богам Маава, богам Аммонитян и богам Филистимлян. А Господа оставили и не служили Ему. Мы видим с вами эту динамику. То есть начиналось все поклонение выборочно каким-то башкам. Здесь Израиль начинает поклоняться максимально, вот этот пантеон богов, он приглашает себе в жизнь, начинает кадить богам плодородия, есть боги войны, есть боги, отвечающие там за работу, боги, отвечающие там за какие-то сферы жизни. То есть Израиль начинает, оставляет завет с Богом и начинает поклоняться им. И Господь разгневался на Израиль и отдал их в руки филистимлян и аммонитян, два народа уже, много богов, больше народов, которые в этот год притесняли и угнетали израильтян. 18 лет они угнетали израильтян на восточной стороне Иордана, в Галааде, в земле Амореев. И израильтяне воззвали Господу. Здесь пока все похоже, но Бог ведет себя здесь не так, как Он вел себя в предыдущей истории, в предыдущих вот этих частях книги Судей. Написано, что Бог сказал им: «Я не стану больше спасать вас. Идите и взывайте к другим богам, которых вы избрали». Бог сказал им «нет». Что происходит дальше? Этот Божий ответ «нет», он размягчает сердце народа. И написано, народ начал каяться. И они избавились от чужеземных богов. Можете нарисовать себе картину, как они выбрасывают этих идолов, где-то сжигают их, вывозят где-то на кладбище, на нечистые места. И стали служить Господу. И он не мог больше видеть, как Израиль страдает. И Дух Господа, написано там, сошел на Иефая. Этот Иефай, это был тот человек, о котором мы видели с вами в сюжете. Человек, который собрал себе такую шайку людей, такой рэкетир, жил себе там по-своему где-то, такой авторитетный человек. Мы не знаем, ну, чем он там промышлял, но он был очень авторитетный. У него была своя банда, своя группировка. И старейшины Израиля в это тяжелое время приходят к нему и говорят: ну, начальствуй над нами, властвуй над нами, помоги нам выиграть войну против этих народов. И Дух Божий исполняет его силой, снаряжает его, и Иефай побеждает. И было после этого 20 лет мира, после этого судьи. Дальше идет короткое описание трех судей. Есивон, Елон и Авдон. Чем интересны эти люди, что о них написано? Есивон, у него было 30 сыновей и 30 дочерей. Дальше больше. И он отдал их в жены, написано. 30 дочерей, которые он при своей жизни, всех он их выдал замуж. И он 7 лет был на посте, можно так сказать, в призвании судьи. О Елоне сказано просто, что он судил 10 лет. Авдон, у него было 40 сыновей. И знаете сколько? И 30 внуков. И ездили они на 70 молодых ослах. И он правил 8 лет. То есть он тоже увеличил свой авторитет в мирное время. Как бы, да, ну так вот вошел в историю Израиля, как такой судья. Последний судья. Продолжается наш сбор информации, мы говорим история за историей и видим какие-то общие моменты, и наша задача потом подвести итоги, сделать определенные выводы из такого быстрого обзора жизни этих судей. Израильтяне вновь стали творить зло в глазах Господа. 13 глава, середина книги. И за все эти циклы мы видим, сменяет новое поколение, и они становятся снова и снова на те же самые грабли. Начинают творить зло в глазах Господа. И Господь отдал их в руки филистимлян на 40 лет. Ангел Господень является потом жене Маноя. Самсон рос, и Господь благословлял его, и Дух Господа начал действовать в нем. Просто такие выдержки, будет подробнее в проповеди рассмотрена уже личность Самсона. Бог по-особенному через ангела является семье Самсона, говорит о том, что у них родится Назарей Божий. И Бог призывает Самсона на служение, исполняет его силой. И описаны разные последние колоночки, там несколько таких эпизодов есть.
Когда Самсон сражался с филистимлянами, однажды он взял ослиную челюсть, убил 1000 человек. И в конце закончил он свою жизнь в храме филистимском, когда он раздвинул 2 столба. И погибло при его смерти, написано, больше врагов, чем при его жизни. Вот такая вот история с Самсоном. Книга заканчивается фразой: «В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот такой вот финал. То, что автор в ходе повествования всех этих серий говорит, да, об этом. Мы вернемся еще к этой фразе. Давайте попробуем теперь сделать вот анализ. Вот мы говорили с вами, сделали обзор. Анализ теперь итоги по каждой из колоночек. Что мы наблюдаем в ходе вот этих всех историй на протяжении вот этих 400 лет? И что мы узнаем про людей вначале? Потому что первые 3 колонки, они про нас с вами говорят. И лишь последняя, когда мы будем рассматривать милость и избавление, мы будем говорить с вами о Боге. Вот такие фразы там есть, тексты в книге Судей. Они забыли Господа, они служили Ваалам, начали распутничать. И мы видим с вами определенную тенденцию. Вот вначале смотрим просто на них, хорошо? А потом будем делать применение для себя. Мы видим с вами такую тенденцию, что народу присуще духовное скольжение вниз. То есть на протяжении всей книги, если ее нарисовать, это просто такое постоянное скольжение вниз. И вот между нами и этими людьми на самом деле 1000 лет. Но мы такие же самые, как они. Потому что Библия говорит о том, что с момента грехопадения и нам присуще духовное скольжение вниз. Это означает, что если я хочу стоять на месте или расти, мне нужно всегда прилагать усилия. То есть как действует закон гравитации, благодаря которому все предметы, они находятся внизу, и любая брошенная вещь, она падает вниз, этот закон работает. Точно так же мы видим здесь вот этот закон такой духовной, греховной гравитации. У человека, у каждого из вас, у вас и у меня, сердце в своей греховности, оно направлено вниз, дальше от Бога. И если я ничего не делаю, я деградирую духовно. Дальше, когда мы смотрим с вами, ну, то, что нам встречалось, когда мы делали обзор, языческие народы ввели Израиль в грех. То есть причина, почему Израиль так часто падал, это то, что они нарушили Божью заповедь. Они должны были изгнать от себя эти народы. Но вместо этого, ну что ж выгонять этого человека там, или истреблять, или изгонять его, если он может быть рабом. Они пошли на компромисс с грехом. И кто бы мог подумать, что через 10 лет этот человек, который был какое-то время рабом и был слугой, они укреплялись там и начинали захватывать потом Израиль. И когда мы смотрим на этот принцип, разве не говорит он нам о том, что написано в Библии, какое должно быть ваше и мое отношение ко греху? Бог не желает, чтобы у нас был какой-то компромисс с грехом. Когда мы начинаем договариваться, у нас в жизни, в сердце, где-то в уголке сердца появляется какой-то любимый грешок, рано или поздно он захватит нашу жизнь, и мы будем у него в порабощении. Об этом ясно говорит нам книга Судей. Поэтому нужно исповедовать эти грехи, открывать их друг перед другом, открывать их перед Богом, чтобы не было ничего нечистого в нашем сердце. Падение было всякий раз, когда не было духовной поддержки. Еще один вывод, который напрашивается при исследовании. То есть, когда были судьи, когда были люди, которые поклонялись Богу, знали Его заповеди, тогда народ находился в нормальном состоянии. У них был ориентир, человек, который указывал им на Бога. Когда судья умирал, проходило какое-то время, они начинали скатываться вниз и поклоняться другим богам. Вот почему мы очень сильно так ревнуем в нашей церкви о домашних группах. Мы понимаем, что эти вечные принципы, они работают. Но почему каждому из нас нужен зрелый человек, если вы новообращенный христианин, вам нужен наставник, который в тяжелые моменты, когда вы думаете, с Богом я или нет, уверовал я, есть ли у меня спасение или нет, приходят сомнения какие-то, одолевают. Важно, чтобы рядом был человек, который бы мог ободрить и поддержать. Важно, чтобы был духовный наставник. Давайте посмотрим с вами так, сделаем итоги по 2-й колоночке, угнетение. Какими способами Бог как бы влиял или действовал на сердце своего народа, чтобы обращать его к себе. Бог использовал 6 разных народов. О чем нам это говорит? О том, что если Бог хочет вернуть наше сердце к себе, Он допустит в нашей жизни разные обстоятельства. Он не насылал эти народы. У этих народов, у самих было алчное желание победить израильтян. Бог просто забирал свою благословляющую, сдерживающую руку. И израильский народ оказывался под влиянием, под растерзанием этих народов. Если наше сердце не предано вполне Господу, Бог
всякий раз оставаясь Богом, который ревнует, который любит нас, до ревности написано в Библии. Он будет позволять различным обстоятельствам нашей жизни возвращать наше сердце к Нему. Бог оставил врагов, чтобы испытать своих, испытать свой народ. Во второй главе, когда есть, если вы будете читать дома, и надеемся этой серии пробудить ваш интерес к книге Судей, мы недавно ее читали в ежедневном чтении, теперь вместе с вами будем изучать, вы увидите, что там мысль такая, что эти народы, которые не были изгнаны, Бог потом говорит через пророка, открывает, что они были оставлены для того, чтобы испытывать вот теперь израильский народ. И это напоминает мне историю некоторых моих друзей, которые имели алко- или наркозависимости, и кто-то освобождается в репцентре полностью. Возвращается из репцентра, нет никакой тяги к тем вредным привычкам, которые были. Восстанавливается семья. И он говорит, я полностью новая жизнь. Но есть и другие истории, когда люди, проходя реабилитацию, возвращаясь назад, все еще по-прежнему ощущают тягу к той зависимости, которая у них была. И, возможно, здесь как раз есть и выход. Почему Бог оставил эти народы? Он испытывал их сердце. Будут ли они ему верны, когда есть вот этот соседний народ, который искушает постоянно, который постоянно говорит поклоняться другим богам. Угнетение было и материальным, и духовным. То есть, если Бог хочет вернуть в себе наше сердце, неудивительно, что иногда мы с вами терпим какие-то лишения. Время от времени я слышу истории, когда говорят, у меня там сгорела какая-то вещь, или у меня что-то украли, или что-то где-то пропало там, и... Человек понимает, наверное, я, может быть, неправильно, где-то Бог меня через это останавливает. То есть для того, чтобы вернуть наше сердце к себе, Бог может допускать такие ситуации. Чему мы можем поучиться, когда мы смотрим на колоночку молитва? Вспоминая все эти истории, колоночка эта выглядит, в принципе, самой узнаваемой, самой доступной такой для нас, да? Везде одна и та же текст повторяется. Какой? «И воззвали они Господу, и воззвали они Господу, и вновь они воззвали Господу». И они взывали каждый раз, когда было тяжело. Это нам знакомо. Но вот что интересно, если вы запомнили, когда мы делали обзор, что не всегда Бог отвечал «да» на их просьбу. В одном случае Он посылал им пророка, который говорил им неприятные слова. В другом случае Он просто сказал, что Он не собирается их избавлять. И если они доверяют другим богам, пусть эти идолы, пусть они избавят их от этих всех тяжелых обстоятельств. Бог говорил «нет». Но и это было проявление Его милости, потому что Божье «нет» в данный момент приводило к тому, что люди еще глубже переоценивали свои сердца, еще большим смирением приходили к Богу. И теперь последние две колоночки, я объединил их в одну, чтобы мы могли с вами теперь попробовать вот сделать то, что мы собирались сегодня сделать. Через все вот эти истории, через это множество историй, посмотреть, как закулисно трудится Бог в этих историях. Какие качества мы можем узнать сегодня, напомнить друг другу в это утро. Первый тезис такой. Бог избавляет как в ответ на молитвы, так и суверенно по своей воле. И меня очень сильно вдохновляет эта мысль. То есть определенная логика. Мы смотрим, и воззвали Господу, есть ответ. Воззвали, есть ответ. А тут Самигар, никто не взывает. И просто Бог суверенно выбирает этого человека. Помните, мы говорили 6+1. Вот это исключение из правил. И дальше опять идет «воззвали» и есть ответ. Это, не знаю, как вас, меня вдохновляет эта мысль. Бога нельзя расписать по полочкам. Он является живой личностью. Есть законы, по которым Он действует, и мы хотим своим познанием облечь Его в какие-то законы, сделать Его понятным. Но вот это плюс один меня очень сильно вдохновляет. Бог действует по своей суверенной воле. Он милостивый, Он видит это стеснение, Он посылает человека, вдохновляет его силой Духа Святого и дает победу в нужный момент. И вот когда мы смотрим на Бога, вот смотрите, много вещей мы, возможно, обрели действительно через молитвенную жизнь. Мы просили у Него что-то, и Он нам послал. Молодые люди просят часто вторые половинки, после этого, когда уже есть свадьба, брак, семья, просят жилье. И Бог посылает по доброте. Но у нас есть много вещей, о которых мы не просили, и Бог... нам их послал. Кто из нас просил родиться, например? Бог по суверенной воле своей дал нам жизнь. Кто из нас утром проснулся и говорил, Господи, помоги мне сейчас дышать. Мы все это воспринимаем естественно. То есть и Бог в своей доброте, независимо от наших молитв, мир был бы, знаете, думаю, достаточно хрупок и ненадежен, если бы все держалось на наших молитвах. И слава Богу, это не так. И мы узнаем его в этой истории.
Он действует милостиво, не обязательно дожидаясь спускового курка, что кто-то помолится, и он начинает действовать. Он поступает в своей свободной воле. Еще одна мысль. Кого Бог использует для избавления? Кто были эти люди? Давайте мы напомним немножко. Гафаниил, он был родственник известного человека. Ну да, такой человек может быть судьей. Аод был левшой. Ну, необычный, не такой, как все. Девора и Варак – пара людей. Да? В другом случае написано, он послал им пророка. Подожди, судьи. Здесь вообще другой человек, духовная личность, которая просто говорит слова к народу. И дух Господа сошел на Иефая. Помните рекетира, о котором мы говорили? Бог его использовал для освобождения своего народа. Ангел Господень является жене Маноя и робкий Гедеон, который боялся, он там в колодец залез, колосья теребил, чтобы мадианитяне не забрали, потому что детей нужно кормить. Как бы и Бог этого человека, Гедеон, это имя его переводится как разрушитель, и Бог через вот этого робкого человека спасает огромное количество людей потом. И дух Господа начал действовать в Самсоне. Это такой силач здоровый с длинными волосами. И мы видим, что это, ну, это реально разные люди. Если посмотреть географию, откуда они были, вот так вот выглядит география. Представляете? Это не были люди все из одного города, где куются божьи кадры. Знаете, там какой-то город, и вот оттуда там все, вся элита, все судьи. То есть посмотрите, реально практически с каждого колена были избавители. О чем нам это говорит? Что мы можем узнать с вами в это утро о Боге? О том, что если у нас есть какая-то проблема или трудность, и мы взываем к Богу, у Бога есть множество путей, чтобы нам помочь. Нам кажется, что вот так-то или таким образом Он может решить эту проблему. На самом деле мы очень сильно ограничены в своем понимании Бога. У Него есть множество различных путей, и Он нестандартный через левшу, и через волосатого силача, или через пару людей, или через пророка. И Он решает обстоятельства, отвечая на нужды своего народа. Меня это очень сильно вдохновляет. Божья милость проявляется как в ответе «да», так и в ответе «нет». Перед тем, как послать судью Иефая, Бог знает, что Он потом снарядит этого человека, но Он говорит Израилю твердое «нет». И Бог в этом «нет» достигает своей цели. Поэтому Он не собирается отвечать на все наши молитвы позитивно, говоря нам «да». Он достигает более глубокие цели. И в данном случае более глубокая цель какая была? Раскаяние сердца. Израиль не полностью повернулся, не до конца. Он просто хотел избавления. Мы так часто приходим к Богу, чтобы Он просто забрал нашу проблему. Но Бог не довольствуется этим. Он любит нас очень сильно. И Он хочет, чтобы наше сердце полностью принадлежало Ему. И поэтому Он говорит им «нет». И дальше они раскаиваются, Он посылает Иефая и освобождает их. Они снова и снова грешат. Но Бог проявляет свою милость много раз. Это еще одно наблюдение. 6 плюс 1, 7 раз, 7 это полнота. Люди снова и снова падают. И каждый раз у Бога хватает силы, хватает терпения со своим любимым народом взаимодействовать. И Он снова и снова из разных племен, разных людей посылает, чтобы избавлять их. И когда мы читаем с вами Новый Завет, мы вспоминаем наверняка с вами историю, когда Иисус говорил о прощении. Помните, спросили, Петр спросил у Него, до скольки раз Ему прощать? До 7 ли раз? 7 это много, это полнота. Что Иисус ответил? Не до семи, до семижды семи, 490 раз, или кто-то говорит, что это просто фраза, которая означает бесконечно. И вот то, что Иисус сказал устно, как учение, в книге Судей мы видим природу Бога на практике, Он такой. То есть то, что Христос проповедовал, Бог, Он такой в своей сущности. Он снова и снова избавляет свой народ, снова и снова Он прощает его. Конечно же, это не означает, что мы должны, что мы можем и имеем право злоупотреблять этой благодатью Божьего прощения. Потому что последствия все равно были. Помните динамику книги? Израиль был един в начале, и в конце вот эти постоянные циклы перевели народ к гражданской войне. Когда мы снова и снова приходим к Богу, Он прощает нас. Но как в случае, например, с историями реабилитантов, есть последствия после наркотика. Человек прощенный, он спасенный, но есть определенные последствия, которые остаются. И вот когда мы смотрим с вами на эту книгу, заканчивается она фразой, что не было царя. То есть автор этой книги подводит нас к тому, что будет описано дальше в первой и второй книге Царств, когда Бог установит монархию, когда Он даст царя своему возлюбленному народу. И Он показывает в книге Судей, что на самом деле вот правительство, да, эти судьи, которые руководили, руководство, оно не может решить проблему зла.
Недавно я слышал такой пример. Знаете, вот есть такие большие-большие корабли-танкеры, в которых есть нефть. И внутри танкера, которые перевозят нефть, грузовые корабли, и внутри танкера есть множество перегородок. И когда заливает не полный танкер, недостаточно нефти, то перекрывает эту нефть одной из перегородок, чтобы она не гуляла по всему танкеру. И вот где-то история книги Судей, то есть было зло, которое распространялось, и на момент судьи, как бы, да, это зло каким-то образом локально ограничивалось. Люди как бы обращались, но сердце не менялось. И люди были обречены снова и снова проходить этот цикл. Вот почему у Бога с самого начала у него был другой план. Вот почему книга Судей – это лишь промежуток. И когда мы читаем с вами Евангелие от Матфея, мы читаем с вами родословие Иисуса Христа, сына Авраамова, сына Давидова. От Авраама, откуда начался израильский народ, до Давида, промежуток, там есть книга Судей. Бог изначально задумал, что однажды Он пришлет царя, который решит вот эту проблему. Не просто станет одной из перегородок, чтобы ограничить зло, а который сможет забрать это зло, чтобы прервать вот этот порочный круг, порочный цикл, обреченный снова и снова на падение. И миссия Христа, вот так она в 1 Иоанне описана, что кто делает грех, тот от дьявола, там написано то, что дьявол сначала согрешил, для сего-то и явился Сын Божий, то есть Христос наш, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы вот этот вот круг, который был все время замкнут, и народ был обречен проходить его снова и снова, он наконец разомкнулся, и чтобы люди окончательно обрели свободу от греха. И когда мы посмотрим сейчас с вами на этот круг, это копия того слайда, который был недавно, когда мы говорили о книге Судей. Но Христос, когда Он рассказывал историю нашу с вами, вообще историю грехопадения, Он однажды рассказал ее в форме притчи. Притчи о блудном сыне. Он сказал, что у одного человека было два сына. И один сын потребовал у отца его имущество, которое он должен был дать ему после смерти. И он взял это имущество, и он отступил от своего отца, и он отправился в далекую страну. И написано, что там он жил вначале хорошо, а потом что произошло в той стране? Он начал нуждаться, настал голод в той стране, деньги все у него закончились. И он начал переживать угнетение, он не мог найти себе работу. Ему дали самую ужасную работу на тот момент, которую можно было найти. Он пас свиней. Нет ничего более неприятного и мерзкого для еврея, чем пасти свиней. И вот в этих стесненных обстоятельствах он начинает молиться. Первой мыслью он обращается к Богу. О том, что он согрешил и против неба, против Бога, и против своего отца, поступив так скверно. И он принимает решение пойти в отцовский дом. И когда он идет в отцовский дом, о чем Иисус рассказывает в этой истории? Это притча про нас с вами, про людей. Он рассказывает о том, что отец увидел его издалека и побежал ему навстречу, и обнимал его, и целовал его. Божья милость покрыла грехи и проступки этого человека. Он раскаялся, и Бог послал ему прощение. И заканчивается притча о блудном сыне историей, моментом таким интересным. Когда отец смотрит на ноги этого парня, своего сына, а он босый. А в доме отца босые ходят только рабы. Что он говорит своим слугам? Срочно обуйте его в обувь. Он мой сын, он не раб. История заканчивается свободой. Потому что сын рассчитывал хотя бы быть рабом. Мы видим с вами, что для этого Христос и пришел, что если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Вот к чему нас готовит книга Судей. Она не дает нам главного ответа на жизненный вопрос. Это была только часть плана. Сейчас, живя в Новом Завете, мы видим эту Божью картину, мы видим эту Божью перспективу. Позже придет Давид, обещанный царь, и через него семя Мессии, и однажды придет Христос. Подведем некоторые такие уроки практические, что мы можем в свою жизнь применить, оглядываясь назад в наши с вами совместные исследования. Бог открывается в историях. Помните картинку с алмазами, бриллиантами? Есть мысли, когда вы будете читать слово на этой неделе, есть мысли, которые мы видим сразу же. И мы можем возрастать в познании Бога, читая просто простые тексты о Нем. Особенно много их в поэтических книгах, поклонения, в книге псалмов мы можем читать. Но есть более глубокое, то, что требует определенного напряжения, какой-то систематизации. Вот почему хорошо вести молитвенный дневник или дневник при изучении Библии, когда мы выписываем какие-то мысли, и мы хотим познать Бога своим разумом, ищем Его лица своим сердцем. Бог открывается также и в историях. Мы читали с вами самый первый отрывок из второй главы о том, что восстало поколение, которое не знало Господа. Проблема книги Судей глобальная заключается в том, что люди, которые видели чудеса, когда они выходили из Египта, они не смогли передать познание Бога своим детям.
И вот последнее время я очень сильно вот озадачен этим тезисом. Как я могу в своей семье передать познание Бога своему сыну, своей дочери? Не просто, чтобы они копировали мою духовную жизнь. Я хожу в церковь, и они ходят. Не об этом речь, друзья. Не просто, чтобы они копировали мою практику. Я вечером молюсь, ну и они молятся. Речь идет о том, как мне передать познание Бога, мой личный опыт хождения с Богом, моим детям. Недавно у моей дочки был такой тяжелый момент в школе. Ожидали ее несколько контрольных. Я вижу, она такая взволнованная, такая переживает об этом. Я понимаю, что это хороший сейчас момент воспользоваться этой ситуацией, чтобы передать ей частичку познания Бога. Каким образом можно это сделать? Мы открыли с ней тексты из Писания, начали читать слова утешения из Библии, открыли Божий телефон, Иеремия 33:3. И написано: «Воззови ко мне, я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь». Я понимаю, что для нее очень важно, чтобы она начала взаимодействовать с Богом. И она молилась, и я молился тоже. И Бог помог ей в сдаче этих контрольных. И это уже ее опыт. Вы понимаете, это намного сложнее не просто передавать религиозную практику, а передавать живое познание Бога. И это ответственность на нас с вами. Если вы бабушки, вы ответственны за своих детей, которые взрослые. Если вы родители, вы ответственны за своих детей, которые у вас в семье. Передавать познание Бога следующему поколению. И последняя мысль, она очень вдохновляющая. Думаю, вы пережили ее тоже вместе со мной. Книга Судей говорит нам о том, что Бог, Он милосерден. Бог снова и снова готов посылать избавление, но настоящее избавление приходит во Христе. Я думаю, что это одна из самых вдохновляющих книг, книга Судей, для служителей реабилитации. Когда приходят люди, молодые люди на реабилитацию, хотят избавиться от алкогольной зависимости или наркотической, что переживают часто люди, которые служители в этих домашних группах, они видят снова и снова падение, и часто не хватает сил. Но когда мы смотрим на Бога в книге Судей, у Него хватает сил снова и снова вдохновлять свой народ, поднимать, избавлять его. И это также для тех вдохновляющая книга, кто борется с какой-то зависимостью. Может быть, есть люди в этом зале, и вы устали от этого повторяющегося греха. Книга Судей говорит о том, что Бог, у Него есть способ, как решить вашу проблему. И Он готов это сделать. Когда мы взываем к Нему, Он избавляет нас. И благодаря Христу, который пришел, этот план в совершенстве теперь исполнен. Он может окончательно освободить нас от наших грехов. Давайте мы поднимемся сейчас. Я бы хотел вместе с вами помолиться, поблагодарить Бога за Его благодать, за Его любовь. Может быть, есть люди, которые хотели бы примириться с Богом сегодня. Если вы боретесь с грехом, постоянно грех одолевает вас в жизни, выйдите сюда, мы помолимся вместе с вами. Будем благодарить Господа, да, за ваше решение, которое вы приняли. Давайте склоним наши сердца и помолимся. Господь, Ты прекрасен в книге Судей. Мы благодарим Тебя за такое время утреннее, за то, что мы могли окунуться в Твою книгу. Мы знаем, что намного лучше, когда мы лично читаем ее. Но благодарим Тебя также за то, что мы могли вот с высоты птичьего полета посмотреть и сделать обзор этой книги. Ты великий, Ты добрый Бог. У Тебя много милости, у Тебя много благодати. Ты постоянно миловал свой народ, и Ты точно такой же и в это утро по отношению к нам. Ты видишь наше сердце, Господи, оно лукаво, оно крайне испорчено. Оно катится всегда по наклонной вниз, и мы благодарим Тебя за то, что есть у нас братья и сестры, которые поддерживают нас. За духовных наставников благодарим Тебя, за домашние группы, за поддержку братско-сестринскую, Господи, что Ты помогаешь нам всегда держаться друг друга. Благодарим Тебя. И просим, чтобы Ты приумножал еще больше единства в нашей церкви, Господь. Мы молимся сейчас также за те сердца, за людей, которые еще не примирились с Тобой. Возможно, они находятся здесь с нами или будут смотреть это видео, Господи. Мы просим, чтобы Ты освобождал их от тех зависимостей. Благодарим Тебя, Христос, за то, что если Ты освободишь, то Ты сказал, и истинно свободен тогда будет человек, Господи. Мы просим, чтобы Ты становился господином такого сердца, чтобы Ты властвовал, Господи, и усыновлял таких людей, кто обращается к Тебе. Просим, благослови также, Господь, и остаток этого дня. И дай, чтобы наши сердца, они всегда хотели Тебя познавать. Что бы мы ни читали, что бы мы ни делали, просим Тебя об одном, чтобы во всех путях нам, Господи, познавать Тебя во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Тож, до вечора, а зараз всіх до Марка і будемо далі веселитися в доброму спілкуванні. До вечора, хай вас Господь благословить.